сентябре текущего года на территории городской больницы были начаты работы по строительству молебной комнаты для прихожан больницы и благоустройства прилегающих к нему территорий. Также в целях облагораживания проводились работы по посадке деревьев, озеленению участков, укладке тротуарной плитки и установке ограды. Все эти мероприятия были осуществлены по инициативе депутата Народного собрания Республики Дагестан, начальника линейной производственно-диспетчерской станции «Сулак» Мухтар Паши Умаханова. В наведении чистоты и порядка на данном объекте активное участие приняли работники станции, благодаря которым были выполнены вышеперечисленные работы. Тут была очень неухоженная территория, и за этот период, как сами видите, произвели большие изменения, и абсолютно изменился внешний вид этой территории. Вот если бы брать вот пример с того, что мы тут делаем, и остальные брали бы, я думаю, наш город был бы очень благоустроенный. Поэтому это пример для других, как можно превратить небольшой участок территории в данный момент, да, вот такое благоустроенное место. Именно красота и аккуратность прилегающего участка придает полноценный и красивый вид любому зданию. Городская больница является местом массового пребывания людей. По мнению горожан, территория больницы особенно нуждалась в таких переменах. По словам работников станции, мероприятия по строительству и облагораживанию прилегающего участка длились более 3 месяцев. На сегодняшний день ремонтные работы находятся на стадии завершения. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».